Привет! Мы начинаем новый курс видео «Как рисовать в программе Corel Painter Essentials 6». Вот для примера я нарисовала недавно вот такую вот девушку. Ну, это фантазия такая, вот в джинсах, вот в такой выдуманной футболке, на нее принт такой сделала. Вот, ну, в общем, это уроки для начинающих. Если хотите, можете попробовать рисование за компьютером. Итак, для начала мы взяли вот такой вот пример девушки из интернета, и как бы целью не было нарисовать ее схожий портрет, вот, но просто научиться в этой программе что-то интересное сделать. Вот, и для этого мы взяли, сначала подложили эту картинку под рисунок, и потом вот начали работать с этим. Вот у меня тут внизу такой вот слой с этой картинкой, а на следующем слое я уже рисую. В данном случае я эту девушку уже скрыла, как бы она мне уже сейчас, как бы этот слой не нужен, вот, а я уже просто фантазирую, вот. И так, начинаем рисовать волосы уже в данном случае. Для начала мы, конечно, тут какие-то наметки сделали. Ее взяли, эту фотографию, как такой пример, и контурами навели, где у нас что будет. Вот. И потом начинаем уже разрисовывать. Вот в данном случае беру из треугольника желтый цвет, кисточкой начинаем прорисовывать. Вот так. Тут взят шелк пастель акрил, очень удобные кисти, непрозрачность 17% в данном случае, вот, зернистость 100%, вот. И прорисовываем такие переливы от одного цвета к другому. Вот в данном случае мы взяли вот такой очень красивый рисунок. Кстати, я вот не знаю, это рисунок или 3D графика. Тут, возможно, кстати, можно было это сделать в ZBrush, мне кажется. А потом, может, картинку эту раскрашивать. Не знаю. Может, кто знает лучше, может, вы подскажете. Вот, мне кажется, что это либо нарисовано вот в одной из таких программ, как Corel Painter Essentials, либо построена вот эта девушка в ZBrush, возможно, даже там раскрашена, а потом доработана, может быть, в Photoshop или вот в такой программе. Вот. Так, прорисовываем волосиночки. Мне захотелось сделать волосы на такую тематику какой-то девушки. Такая какая-то переливом. У нее, конечно, там, ну, она блондинка, а здесь такие волосы более рыженькие у меня получается. Ну, мне нравится такой вот какой-то перелив радужный получается, красивый. Вот. Я, как уже говорила, повторюсь, что, ну, здесь не было как бы целью сделать фотореалистичный портрет именно. А здесь, ну, просто фантазия такая. Девушка. Нужно сделать девушку в футболке. И вот эту картинку, вот, кстати, которая у меня здесь открыта, ее нарисовать на футболке. Ну, сделать такую схемку, чтобы понятно было, как это будет выглядеть. Вот, и так начинаем. Берем то крупные, то мелкие кисти, размеры. Вот так прорисовываем. Не надо бояться, надо пробовать различные кисти, различные виды, там, менять различные материалы, размеры, типы кистей, что будет удобнее, потом запоминать, стараться, что лучше использовать. Вот, не бойтесь нажимать больше кнопочек, больше находить новых идей. Спасибо за просмотр. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых видео. Пока.